С вами Валя, добро пожаловать в Brawl Stars. И как, наверное, некоторые из вас знают, разработчики сделали настоящую компенсацию для тех, кто не успел купить акцию 140 мегаящиков за 179 рублей. Как вы видите, кстати, это реально настоящая компенсация, и у нас до 7 февраля будут разные подарки. Смотрите, у меня, кстати, особая аватарка игрока. Я победила в силовой лиге 30 раз, уже вроде 30 и такое. И с сегодняшнего дня эти подарки начинаются. И вы знаете, какой первый? Это 2 мегаящика. Совершенно бесплатно, на халяву. Давайте мы сейчас... Вот эти 2 мегаящика. Давайте сейчас посмотрим наши шансы. Так, блин, не лагай, не надо лагать. Так, эпический 0.5, мифический 0.2, легендарка 0.03, гаджет 2% полных. Ну, что сказать. Кстати, ребята, смотрите на мое количество золота, и будет такое видео, где я прокачиваю всех бойцов, ну, по максималке, как могу прокачать. Так, ребята, мы в этом видео заберем, конечно же, заберем эти 2 мегаящика. А где у нас, кстати, подарок? Вот, удвоитель жетонов. Вот. И, кстати, за все дни будет 4 ящика на халяву. Мегаящика, думаю, вы меня поняли. Итак, забираем первый. Где наши ставки? 5 предметов. Ну, дай мою удачу. 5. Так, окей. Мы можем прокачать некоторых браузеров. И еще один. Пожалуйста. Эх. Ну, что сказать. Это я, моя удача. Кстати, у нас почти уже 30 тысяч золота. У нас большая игра открыта. Так, думаю, это значит только одно. Что мы идем в большую игру. А также мы выполним квест на СТУ, потому что я вчера пыталась выполнить, но не получилось. Честно, не хочется быть мега-бойцом, потому что, я не знаю, я за СТУ разучилась играть. Только сейчас поняла, что я реально за СТУ разучилась играть. Так, окей, Нани сносит за один удар. За один удар. А, ну мы ему снесли уже... Больше 10%. Чувствую, ульту я буду использовать не по назначению, потому что я просто не успею к нему подойти, как он меня вынесет. Или же... Найс, ребята, сносим. А чё, мы его подожди... Ничего себе, там Шелли просто разносят. Просто разнесли. Еще и минуты не прошло, а мы уже... У него уже меньше 30%. Так, где оно? Та самая пушка Джесси, которая справляется лучше, чем дети. Я вынесу его. А, нет. Блин, Шелли вынесла. Ну ладно. Главное, мы победили плюс один раз на СТУ. Погнали дальше. Кстати, у меня уже вроде 40-й уровень Бравл Пасса. Чувствую... Нам пипец. Шелли. С гаджетом на дальность. Кстати, я в какой-то веке начала использовать на Шелли гаджет на... Как это, боже, как он называется? Короче, другой гаджет, который не на дальность, а на передвижение быстрее. Думаю, вы меня поняли, просто не запоминаю название гаджетов. Так где оно? Где это существо, которое убивает всех половина одного удара. Так как я ее подожгла. Но у нее уже меньше половины хп. Хочу сказать, мы неплохо справляемся. Думаю, будет хуже. Ё-моё, кто ее так разносит там? Лол? Ну что сказать. Вот, ребят, кто согласен со мной, что например, Грома... Нужно немного пофиксить. Просто в каких-то картах прям, ну, очень фуловый. Так, но здесь
Оно. Так, оно здесь. Да блин. Шелли начинает убегать, ребята. Шелли начинает убегать. Что сказать, мы ее все равно разносим. Ладно. 5%. Ребят, ну за 20 секунд 5%. Это ж легко. 4% за 20 секунд. 1% за 18. Красава, Лола. Или кто убил? Кто убил, ё-моё? Либо Нит, либо Лола. И все эти красавы. Эх, скорее до конца сезона сколько? 3 целых месяца еще. А она тоже 39 уровень брал паса. И можно сказать, есть Фэнк. Погнали. В такие моменты я не понимаю, зачем я вообще коплю. Если можно сразу забрать Фэнга и идти всех разрубывать. А, блин, я уже обрадовалась, Бофу кашет. Хотя нет, тогда было скучно, Ха, хочу сказать, здесь, наверное, Бо хорошо подходит. Я, наверное, на следующей карте сюда возьму Джесси. Просто моя логика действует так. Если я уже целых 3 раза не была мегабойцом, значит, в следующий раз я буду мегабойцом. Знаю, нелогично, но проверить-то надо. Поджигаем, поджигаем. Кстати, даже если я не буду мегабойцом, то у меня есть прикольный гаджет на Джесси. Если я буду мегабойцом, то этот гаджет вообще будет просто каким-то читерством. Ёшкин Даш, я думала, вообще не здесь. Так, ну, опять за меньше, чем за минуту мы снесли ему больше половины, но в прошлых 2 бойцов мы сносили довольно-таки... Даже очень, на много процентов больше. Минус крапи. Он сгорел. А, вот единственное, за что я не люблю кольта, это то, что если ты ультанул, нельзя поменять направление ульты. Ну, не знаю, вот многие любят кольта, а я вот не люблю. Пишите в комментарии, какой самый нелюбимый бравлер. Я не люблю Мортиса. Он мне выпал, я сначала обрадовалась, потом я поняла, что я за него не умею играть. А еще то, что мне вообще не нравится. Ё-моё, ребята, 2%. Давай, давайте, ну. Да, вообще молодец, Нитом, красава. Нам сейчас будет плюс 240 жетонов за одну катку. А, даже 340. Кстати, ребята, вы заметили, что разработчики теперь, вот, например, если до этого победить 3 раза было 100 жетонов, то теперь 200. Ой, блин, я же хотела взять Джесси. Ладно. Чисто из-за того, что теперь сезоны будут не такие большие, и нужно будет как-то успевать доходить до 70-го. Кстати, я опять не могу бояться. А еще против нас Джесси. Это значит только одно. Что мы не выживем. А где она вообще? А, нашли. Она с нами поиграла в прятки. Причем она потянула время больше, чем 10 секунд даже. Не понял. В следующей карте нужно не забыть взять Джесси. Просто не забыть взять Джесси. Сейчас мы пойдем умирать. Да блин. Оно от меня убегает. Подошел ко мне, ё-моё. Ты сейчас меня отскоком добьешь. Иди нафиг. Скрап, иди нафиг. Я думал, я с 1 хп выживу как-нибудь. Чувствую минус мы все. Так. О-о, Сквик начал что-то более-менее разносить. Да вправо я обхожу стороны Скрапи. Не убегай от меня! Хотя чувствую, тут все равно что будет. Все равно тут очень маленькие шансы на то, что мы сможем одержать победу. Очень маленькие шансы.
очень. Ну, за 20 секунд 50%, мне кажется, это немножечко нереально. Ну, как реально, если она не будет атаковать и все такое просто профукашит? Ну, не знаю. Ну, я выключу на пакет уже. Все, до свидания. За 3 секунды, да, мы снищем. За 1 секунду мы снищем 37%. Офигенно. Первое поражение. И мы берем Джесси. Где она? Боже, где она? Вот. Сам боец на самых больших трофеях. Пожалуйста. Но моя очередь его сейчас должна быть мегабойцом. Ритьбуль. Где оно? Где оно? Оно опять прячется. Пипец. Я, кстати, с одного выстрела Дина нанесла 2% урона, как я поняла. Ее мы сносим быстрее, чем в прошлый раз. У нее гаджет есть. Из минусов. Из плюсов. Плюсов. Не знаю. Мы ее, мне кажется, сносим чуть-чуть быстрее, чем ту. Возможно, возможно. Так. Где она? Где оно? Так, окей, мне просто скрайпер показал, где она. Ну, блин, у нас Рика тупанул и просто просрал ульту. Зачем? Смысл. Потерялся, походу. Немножечко. Потерялся смысл. Я, кстати, так и не накопила ульту. Ну, ладно. Я в следующей карте должна быть мегабойцом. Потому что мы уже 5 раз сыграли, а я не была мегабойцом. Почему? Просто почему? Мне кажется, Скрампи справляется больше, чем сама Джесси. Мне не кажется, ведь это так и есть. Кстати, конечно, захват кристаллов или на что он у меня там был. Я выполню за кадром. Собственно, на ее месте я буду покачать. Жить боль. Ну, сейчас-то я буду мегабойцом или нельзя надеяться на чудо. 6-й раз я играю. 6-й раз, дайте мне. Вы серьезно? Мне кажется, вот в прошлые разы Спайку добавили голос. Фух, ну она хотя бы типа покрутилась. А, нет. Просто мне показалось, она не сражается. Спайку добавили голос. Ребята, кто знал, ставьте лайк. Кто не знал, тоже ставьте лайк. Все честно. Типа он хотя бы смеется хоть как-то. Хоть как-то смеется. Где она? Я спрашиваю, где она? При том, что 3 секунды назад видела ее. Логика левел 100 миллиардов. Так, сейчас посмотрим, куда она пойдет. Она пошла туда. Логика. Так, блин, куда мне ульт поставить? Вот. Сейчас. Гаджет. Урм. Ё-моё. Не в то место поставили. Чё сказать? Воу. Не кажется ли, я ещё не умерла ни разу за эту карту? Либо я реально за эту карту ни разу не умерла. Мне кажется, вообще найс. Прям вообще найс. За всю карту ни разу не умерла. Так, ну сейчас я буду мегабойцом, спасибо. Только против меня Шелли. Валим. Вот здесь постоим. Меня здесь нет. Врр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 рr
Вызов принят, я умру. Моя логика. Хочу быть мега-бойцом, чтобы потом понимать, что я не выживу. Я буду просто убегать от них. А я реально не знаю, где я. Оу, шип. Шелли, понятно. Отходим. Да ё-моё, ёшь там дождь. Меня разносят. У Шелли ульт. Единственное, что мы знаем. Помогите, я умираю. А? Блин, у него проблемы. Почему я не могу нормально идти? У них у кого-то есть замедление? Мне кажется, я не выживу. Почему? Почему они меня так разносят? Да ё-моё! Меня здесь нет, ребят. Он меня с одного удара сейчас вынесет. А! Да почему? Просто почему? Еще раз. Я 8 раз сыграла, и была в мегабайзон только один раз. Чтобы вы понимали, в прошлые разы, когда была большая игра, у меня... Сейчас, секунду. В прошлые разы, когда была большая игра, я каждые 3 раза была мегабойцом. Каждые 3 раза я была мегабойцом. Сейчас я один раз на 8К, как я поняла. Спасибо, спасибо. Ладно. Вот, кстати, последняя карта, в которой, как я понимаю, проиграю. Я все правильно поняла. Потому что 70... У него больше половины процентов. Больше половины процентов здоровья. Что мы выяснили, это плохо. Гонщик-тренер. Хотя мы его как-то сейчас начали... Когда мы просто вот так все столпились, в одну кучу мы нормально разносим. И, как я понимаю, наша Шелли не успела ультануть. Нам нужно больше 50% за больше, чем 50 секунд. Так, окей. Убегает. Не убегай от меня. Не убегай от меня. Оно здесь. Оно убегает. Да ё-моё. Давайте сейчас начали разносить. Собрались все вместе и начинаем разносить. Давайте. Есть, ребята, мы его вынесли. Ребята, блин, я не могу попасть. Куда? Да как? Коль! Почему он стоял? Почему он стоял? У него там один удар. Он за, Коль за один удар наносит, ну, где-то... Он за 2 удара... Мне кажется, за 3 секунды сделать 2 удара, это вполне реально. Но Коль решил постоять. Коль решил постоять. Ну, чё сказать? Ну, ладно. Как скажете. Все, ребят, всем пока. Надеюсь, вам понравилось. Да, я бомблю, потому что я не знаю, как так можно. Всем пока, ребят. Подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Нажимайте на колокольчик. Ну, и да, наверное, видео будут выходить чуть-чуть пореже. Не спрашивайте, почему. Ну, где-то раз в 2 дня. Но я все равно буду стараться как можно больше снимать видео. Ну, всем пока, ребята.